Петропавловские ассамблеи, именно такое название носил 8-й международный конкурс исполнителей на народных инструментах, состоявшийся в Санкт-Петербурге с 5 по 12 апреля. Конкурс входит во всероссийскую систему отбора исполнителей на баяне и аккордеоне. По его результатам отбираются участники на традиционные международные конкурсы, такие как Кубок мира и Трофей мира, которые проходят в разных странах. В фестивале-конкурсе принимали участие представители 27 регионов России и из 8 зарубежных стран, таких как Беларусь, Великобритания, Испания, Китай, Латвия, Украина, Казахстан и Финляндия. Удалось принять участие в данном фестивале и ученику детской музыкальной школы Амурского муниципального района Даниилу Баринову. Очень высокий уровень подготовки учащихся. Там были учащиеся от школы, от малышей, которые до 10 лет возраст представляли, до консерватории, то есть 19+, и даже без ограничения возраста. В принципе, участвовали даже взрослые исполнители. Несмотря на сильную конкуренцию, Даниилу Баринову удалось завоевать второе почетное место в игре на аккордеоне. Тем самым он достойно представил как Амурский район, так и весь Хабаровский край. Своими впечатлениями о фестивале Даниил поделился с нами. Впечатлений вообще масса. И дальше Урала я езжу второй раз. В прошлый год в Курске ездил, вот сейчас Санкт-Петербург. Уровень безумно высокий. Были представители разных стран, но все-таки российская школа нашей федерации самая лучшая получается, потому что все места почти абсолютно заняли только наши соперники, или даже конкуренты, можно сказать, достойные. Вот второе место занял, но не обидно было, потому что не заслуживали. А мы, в свою очередь, желаем Даниилу новых завоеваний и успехов в творчестве. Верим, что он еще не раз порадует всех своими победами и свершениями.